Непредвиденная охота предстоит сотрудникам госохотуправления в лесах Ишимского района. С февраля по декабрь им необходимо будет отстрелить более 200 лис. Такой приказ был издан по требованию ветеринарной службы после случая в жилом секторе. Село Равнец, Ишимский район. Зашла лиса в одно из подворий села Равнеца. Залезла под трактор, ну и там погибла. Когда ее достали, ветеринары проверили, оказалось, что бешеная она. Определили бешенство. Поэтому нашим управлением был издан приказ по регулированию численности лисицы. Все отстрелянные животные будут проверены ветеринарами на наличие бешенства, после этого их утилизируют.